«Привет, чуваки! С вами говно!» «Да-да, не удивляйтесь! С вами говно 007! Вон ребенок уже даже ржет!» Итак, сегодня суббота, а по субботам мы разыгрываем лотерею. Для тех, кто недавно подписался, объясняю. 10 тысяч. Чтобы выиграть в эту лотерею, например, миллион, чтобы выиграть, должно быть 3 окошка по миллиону. Тогда я выиграл миллион. И если я выиграю этот миллион, то мы все подписчики едем в Черногорию. Я всех везу нахер в Черногорию, расхерачим там все. 30. Вообще я уже долго ни хрена не выигрывал в этой лотерее, поэтому я думаю, сегодня какую-нибудь мелочь я и выиграю. У меня просто чувство, что сегодня что-то будет. 500. Да, еще многие подписчики спрашивают, если я выиграю миллион, то как я повезу всех в Черногорию, на всех типа миллиона не хватит. Так все не поедут, у кого-то свои дела, кто-то Черногорию органически не переваривает, может. 30. У всех свои заморочки, кому-то визу не дадут или что там, я не знаю. Поэтому все равно все не поедут, сколько бы подписчиков не было. Вот, поедут самые-самые. 90. Десять тысяч. Уже два раза. Два раза, чуваки, по 10 тысяч. А у меня еще осталось 3 окошка, как вы видите. Хоть бы 10 тысяч сегодня взять. Может, какое-нибудь шампанское купил бы себе. Так. 60. Сейчас покажу вам. 60, видите? Осталось 2 окошка. Итак, у меня есть шанс на 10 тысяч. Есть шанс выиграть 30 крон. Так, ну сейчас посмотрим. Но миллиона уже не будет. Так, у меня есть шанс выиграть. А, 60 опять. У меня есть шанс выиграть 60 крон. У меня есть шанс выиграть 10 тысяч. Или у меня есть шанс выиграть 30 тысяч тоже. У меня 2 раза по 10. 2 раза по 60. И 2 раза по 30. Ну что, чуваки, миллиона сегодня не будет. Осталось последнее окошко. Последнее, последнее. Это только по блату. Только для своих. Итак. 30, 60 или 10 тысяч. Давайте, чуваки. Ну давайте. Со мной вместе. Ну давайте, чтобы 10 тысяч было. На шампанское мне. На кристалл. Пидорасы! Я ни хрена не... Я ни хрена не выиграл. 90. Чё за херня? Не буду, не буду больше. Больше не буду. Чё за херня? А херня — это неплохое слово? Херня? Да подожди, я не соображаю ничего. 90, 90. Короче, я ничего не выиграл, чуваки. Ни хрена. Ничего страшного. Мы еще выиграем. Это не первый раз и не последний. Каково же будет ваше удивление, чуваки, когда все-таки я выиграю? Я вот представляю, вы сидите такие, да, с чипсами, с кока-колой дома и в очередной раз смотрите мои ролики, когда я разыгрываю, ну, лотерейку, и думаете: да этот мудак, он ни хрена не выиграет, потому что это невозможно. Чуваки, я еще раз говорю, мне это возможно, потому что я знаю, что мечты, они материализуются. Я просто вижу этот день, когда я выигрываю миллион. Я просто вижу этот день, когда я выигрываю
И вот я вот выигрываю, смотрю, глазам своим не верю, иду мою свою харю водой, да, холодной. Опять иду, смотрю на билет, а там миллион. Я думаю, нет, это все херня, я жду Юлечку, когда она придет с работы. И говорю Юлечке, посмотри, Юлечка, я что-нибудь выиграл или нет. Юлечка смотрит и говорит, ну ты что, ты выиграл 1 миллион. И тогда, и только тогда до меня доходит, что это не сон. Давай я пойду его выброшу. И тогда я понимаю, что это не сон. И я, и знаете, что я сделаю? Первым делом, наверное, я расхерачу вот этот вот самолет. Просто. Чтобы еще раз убедиться, что это не сон. А это реалити шоу. Расхерачу этот самолет. А самолет этот стоил, кстати, сколько он стоил? 200 евро, да? В самолете стоил 200 евро, кстати. Ой. Ну, Кимка долбанулась. А передачу надо навести, прямой эфир. Вот. Я вот просто представляю, как я выиграл этот миллион, чуваки. А мечты и представления, все это материализуется. Потому что раньше, когда я еще жил в Ивано-Франковске, я представлял, как я буду жить в Швеции. Я представлял. И опа! Я в Швеции живу. Вот вы хотите, верьте мне, хотите, нет. А вот я знаю другого чувака, который жил в Ивано-Франковске и ни хрена не представлял. И вот он вот так вот в Ивано-Франковске до сих пор и живет. Лох! Вот. Да нет, в принципе, не лох, потому что везде можно, чуваки, жить нормально. Как бы вам это объяснить? Не важно, где живет человек, важно, что это за человек. Поэтому в Ивано-Франковске люди живут, поживают и не хотят никуда даже уезжать многие. А, например, здесь в Швеции, например, есть такие люди, которые живут в Швеции, да, казалось бы, ну все, человек приехал в Швецию, получил шведское гражданство, а нихера, жизнь не удалась у них. Вы понимаете? Потому что поменять страну, это еще, чуваки, ну, не значит, что Бога за яйца поймать. Вот. Поэтому, чуваки, вот, жить надо по понятиям. Как бы вам это сказать? Вот, я вот еще раз хочу сказать, что пить, курить и наркоманить, это вредно. В основном все проблемы у людей из-за алкоголя и наркомании. В принципе. Ну, если человек пьет разумно, да, это, я как бы это не одобряю, но это хрен с ним, это еще ладно. Вы сами видели, как я недавно бухал виски. Вот. Ну, пить разумно, да, умеренно, это как бы все равно, ну, нормально. Но когда человек начинает злоупотреблять этим всем делом, бухает, не занимается спортом, занимается всякой херней, то это все. Это, чуваки, гибель. Ну вот. Понимаете? Вот у нас на нашей фирме, да, где я работаю, грузчики. Кстати, вот некоторые пишут мне, что типа кончай говно, там типа на фирме херней мается, ты позоришь всех русских. Чуваки, неужели вы думаете, что я буду вот так вот разговаривать с нормальными людьми в Швеции, как я разговариваю с грузчиками? Ну неужели вы думаете? Я разговариваю с вот так вот ненормально, да, обсираю всех на нашей работе, потому что там одно говно работает. Я вам еще много историй расскажу, чтобы вы поняли, почему они, все эти люди, они говно. Они все спившиеся ублюдки. Понимаете? Там они по трезвяне еще на работе сидят. Поэтому вам этого всего не понять. Поэтому, чуваки, бросайте пить, курить и наркоманить. Работайте грузчиками. Занимайтесь спортом. Вот. Опять сегодня такая сухая передача получилась. Ну ничего страшного, я думаю. Вас-то интересовала сегодня лотерея, в принципе, я думаю. Выиграю я или не выиграю. А я нихера не выиграл. Вот. Ладно, чуваки, будем прощаться. 10-минуточка-то подходит к концу. Ну все, чуваки. Чао!
Ха-ха-ха!